почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. В привычной серии о Средневековье опубликована очень интересная книга Дениса Хрусталева «Колдовство на Руси. Политическая история от крещения до антихриста». Скажу сразу, не стоит ожидать от этой книги таинств и необыкновенных чудес. Автор – российский историк, искусствовед, переводчик, исследователь Древней Руси и Европейского Средневековья. Все серьезно и прочно. Глав 5. Как положено, есть введение, заключение и обширная библиография. Время волхвов – 10-14 века, время ведьм – 15-17 века, время чародеев – 16-17 века, время колдунов – 17 век, время волшебников – 18 век. Привлекает последовательная приверженность автора скудным летописным фактам и понимание того, что жесточайший отбор исторического материала проведен не одним поколением летописцев. Хрусталев цитирует не только «Повесть временных лет», но и арабских ученых, европейских путешественников, а еще активно все это комментирует. Текст книги очень точно структурирован, достаточно увлекательный и захватывающий. Меня огорчило абсолютное отсутствие иллюстрации и вынос ссылок в конец книги. Разумеется, ссылок много, но такое расположение чрезвычайно неудобно. Подчеркну, это не научная популярная литература, как ожидается в начале. Это серьезная монография с обширным цитированием первоисточников. Автор бесстрашно берет на себя смелость представить читателю события почти 800-летней давности. Денису Хрусталеву удалось представить читателю образы не картонных царей, князей, а живых людей. Очень серьезно он доказывает, что существует вечный бой между божественным и параллельным миром злых духов. Святой Отец вопрошает: «Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни его?» Ответ: «Отрицаюсь». О русских князьях, об Иване Грозном, Алексее Михайловиче, Петре Первом и о многих других правителях и об их испытаниях бесами, колдунами и ведьмами в книгах Дениса Хрусталева 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».